надо отдать должное продюсерам, режиссерам, всей команде. То есть первый, блин, но он все-таки офигенный получился. То есть действительно, это когда это смотришь и понимаешь, что это уровень не тюменского телевидения, это уже такой уровень более чем тюменского, даже на федеральное тянет. Собирайтесь в Москву, девочки. К Малахову. Но в Москву не собираемся. Мы собираемся делать лучше здесь наши проекты и снимать подобные еще лучше, еще круче. Но на самом деле я очень много тоже слышу отзывов, что это похоже на федеральные проекты, и это очень льстит нам.